По традиции, пасхальную программу мероприятия открыла образцовая студия эстетического воспитания «Океан». Она началась с истории, которой более 2000 лет. Истории о светлом дне для всех православных – Воскресении Христовом. После этого воспитанники студии исполнили песни и стихи, посвященные светлому празднику Пасхи. К инициаторам мероприятия также присоединились и другие хоровые коллективы Бреста и региона. В их исполнении прозвучали духовные произведения, а также произведения композиторов-классиков и современных композиторов. Каждый коллектив подготовил свою программу. Сегодня мы будем петь две песни церковной направленности. Это «Единородный сыне» и «Благословимая душа моя Господа». Да. Вот песни как духовные, церковные, православные и... В нашем репертуаре много песен этой направленности, но мы выбрали именно эти, потому что они наиболее мелодичные и красивые. Цель данного мероприятия вообще – это нравственное воспитание детей. Мы говорим о том, насколько важно для человека ценить жизнь, ценить семью, уметь быть благодарным, уметь сопереживать. Областной праздник «Пасхальные встречи» через творчество приобщает зрителей к духовному наследию и формирует представление о традициях православной культуры. В свою очередь, дети, которые поют в подобных хоровых коллективах, получают самое главное в жизни – нравственное воспитание, тем самым становясь настоящим океаном духовности и творчества.